Торна. Ванна идет равномерно, там все одинаково. Чтобы она вот кто-то писал. Чем разнообразнее, тем естественнее. Точно таким же движением. Угадываем человечек. Пробуем сделать одна минута. Впечатление очень хорошее, мне бы хотелось еще прийти что-нибудь нарисовать. Я хочу Серафиму Луи нарисовать. В целом, мне бы хотелось побольше таких картин, побольше таких занятий, мастер-классов. И спасибо большое, потому что мне очень понравилось. Меня зовут Мария, я работаю в банке. У меня много стресса в моей работе, поэтому мои любимые друзья подарили мне замечательный подарок. Это урок мастер-класс по живописи. Я получила очень большое удовольствие. Очень понравилось, вот уговорилась и долго присоединиться. Да, я был приятно удивлен, что оказывается не так все сложно, как кажется на первый взгляд. Вот, я хотел бы посоветовать всем тем, кто, может быть, сомневается или думает, что это сложно, что это невозможно. Отличный художник и прекрасно помогает, на самом деле техника. Живопись, она не так сложна, как кажется на первый взгляд, и все у вас получится, если вы придете и поучаствуете в этом замечательном мастер-классе. Ну, эмоции приятные очень. Да, все очень хорошо. Да, спасибо большое.